Атмосфера хорошая, но, конечно, успели наиграться уже, потому что конкретно у Донбасса до этого была достаточно такая тяжелая поездка. Была поездка во Львов, потом сразу в Харьков, с Харькова сразу сюда. Эти переезды, они дают как бы о себе знать, и поэтому немножко тяжеловато. Ну а так, конечно, все рады друг друга видеть в сборной. Есть ребята и постарше, есть и помладше. Поэтому такой собирается интересный состав. Но я думаю, турнир будет тяжелый, это однозначно, поскольку играть будет как минимум первая команда, национальная сборная, то есть не юниорская, не молодежная. Другой хоккей – это взрослый хоккей, это абсолютно иначе. Поэтому я ожидаю то, что будет нелегко. От сезона в молодежной сборной, я думаю, что, возможно, мы достигнем какой-то цели в медалях. Цель всегда – повышение в классе, но дальше будет складываться как будет. Тренер дает задачу играть в силовой хоккей, то есть как можно проще, больше ударов, больше бросков, то есть это более канадский хоккей.